И еще одно чудесное возвращение. Сегодня в Одесский аэропорт прибыли 7 украинских моряков. Все они члены экипажа затонувшего у берегов Турции сухогруза «Волга-Балт-214». Напомню, произошло ЧП 7 января в 140 километрах от черноморского порта Самсун. Штормовые волны разломили судно напополам, и оно пошло ко дну. На борту в тот момент находились 13 человек, среди них 11 украинцев и 2 азербайджанца. К этому часу уже найдены и опознаны тела троих погибших капитана, и еще двоих сейчас ищут. Более подробно о триумфальном возвращении спасенных украинцев с борта «Волга-Балта» смотрите уже в следующих выпусках на «Репортере».